Тут более современное обучение. Видно, что учителя пытаются занять своих учеников, любят свой предмет. И в целом мне показалось, что школа более удобная, так сказать. В ней более удобно учиться. Я очень люблю рисование. Мне очень нравится учительница. Она, по-моему, очень хорошо преподает. Еще я очень люблю Ардуино, робототехнику. Там тоже учитель очень классный, и он все хорошо объясняет, и он с нами на одной волне. Небольшие занятия фитнесом посередине рабочего дня будут хорошо сказываться на нашем здоровье и самочувствии в целом. Я бы хотела быть веб-дизайнером, но мама говорит, что из меня получится хороший конструктор, инженер-конструктор. Ну, я бы хотела развиваться дальше в этом направлении и учить более сложные вещи, чтобы в дальнейшем стать успешным человеком.